Банде Гуру Пададандам Бхактабинду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадаям Гопи Жано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча калпатару ашчаки пасинду бевача Хатитанам паване бхавишна бебхьо намо намаха Мукам кароти вачалам пангум лангхайте грим Ятхи патам ханабанди парамананда мадо Бриндавай тулсидеббхай пиявай кесава сача Шна бхакти паде деви сатта ваттвай намо нама Нараяна намаскритта нарунчайва нараттама Девин сварасватин вясам тато жайо муди Шанкиртане кришна катху подеши Гаурия патрашья пракаса неча Садануракта гуру бхакти жукта Бхакти Прамодакша Джагодварана Дхайям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетхас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Питатвихам Панатапал Бхавадхипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ят Пада Паллавана Качанда Маничатая Бишпуриджита кимапико бабудушва дарши Пурунану рагару сасагару сарамурти Сарадхикамай када кипам караш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта гададхара сивасадихи Гаура бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужо Канака Бодато Шанкиртаной Капитару Камала Хьотакшо Вишамбару Диджабару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Намами Ганге Таба Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупенна Садана Ранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вивуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманамго Мада Пахарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджуша Бадане Лакшмин Джасрача Бхакшаше Ясасти Дай Самбид Вам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рам Рам
Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sashad Manuso Mahasadam Tadeva Sokaranavasosanam Ninam Yadutamasraukojaso Onugiyati Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sashad Manuso Mahasadam Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sashad Manuso Mahasadam Tadeva Sokaranavasosanam Ninam Yadutamasraukojaso Onugiyati Gorya Goshtipati Сисила Бхакти Шишила Бхакти Сидханта, Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагат Гуру сказал, я могу спуститься до любого уровня ради проповеди читания Вани. Я спущусь до любого уровня ради проповеди Гауравани. Но люди не понимают этих слов. Они не понимают, почему Прабхупад говорит так, ведь это неправильно. Но вспомните, Вриндаван Дас Такур Махашай готов пнуть каждого, кто не хочет принять славу Господа Нитьянанды, несмотря на то, что услышали столько прославлений в его адрес. Они так много узнали о нем, но не готовы принять его. Поэтому Вриндаван Дас Такур говорит, я пну по голове таких людей. Обычные люди не могут понять таких слов. Они думают, что это? Ведь это вайшнав. Это вайшнав так ведет себя, если он хочет ударить меня, какой же он вайшнав? Но эти люди не понимают настроение гуру вайшнавов. В шастрах сказано, все деяния гуру вайшнавов, великих личностей, великих мудрецов, обычные люди не могут понять. Все, что делают вайшнавы, все, что они говорят, никто не может понять. Даже самый ученый человек. Помимо всего, говорится, что даже полубоги на райских планетах не могут понять настроение вайшнава. Полубоги склонны поклоняться Бхагавану. Тем не менее, они не предались ему на 100%. Они благосклонно относятся к Бхагавану, но не так, как гуру и вайшнавы. Поэтому полубоги хотят получить даршан, стремятся получить даршан чистых преданных. Я уже рассказывал о паре случаев, как полубоги приходили к Шридхар Госвами Махараджу, к Бхакти Прамодпури Госвами Махараджу, чтобы получить их даршан. И в действительности в этом нет ничего необычного. Это естественно. Они приходят для того, чтобы очистить себя. Вы можете удивиться, но в этом нет ничего странного. Они просто приходят для того, чтобы очиститься. А Чайтанья Махапрабху говорит,
говорит Вайшнаву: «Я обнимаю тебя для того, чтобы очиститься». Он говорит эти слова Санатани Госвами. Санатан Госвами просит: «Пожалуйста, не прикасайся ко мне, я осквернен». Но Махапрабху силой обнимал его. Он говорил: «Санатан, я прикасаюсь к тебе, чтобы очиститься. У тебя есть такие чистые качества, которых нет во мне». Что же это за качество? Вы знаете? Это невероятная любовь. Служение, которое они исполняют, наполненное любовью. About demigods, if it is written in Shastra, nothing wrong in it, it's okay. I can speak of one or two, one incident more. Я могу еще рассказать об одном случае. Шрила Бхактидас Бабаджи Махарадж. Касаемо полубогов. Шрила Бхактидас Бабаджи Махарадж, как правило, никуда не ходил, только изредка. Когда Вайшнав куда-то отправляется, Махат Бичаланам Нимам Нинам Грихинам Дина Четасам Нисрея Сайо Наннатха Калпате Качит. When a Vaishnav traveling here and there, be sure not that they are traveling due to their chanchal vah. Не думайте, что он идет куда бы то ни было под влиянием своего ума. В Шастре сказано: Махат Бичаланам Нинам Гихинам Дина Четасам Нисрея Сайо Калпате Нанна Нисрея Сайо Наннатха Калпате Качит. Not for any other reason. They are going according to the inspiration of Bhagavan, they are running. Вайшнав идет куда бы то ни было по вдохновению Господа для того, чтобы пролить милость на обусловленные души. Шукадев Госвами лучший среди парамахамса. We cannot expect that Sukadev Goswami to run here and there. Он никогда не ходил где, то есть где ему вздумается. Он, если куда-то и шел, он делал это по наставлению Бхагавана, то есть по вдохновению Бхагавана. Кто рассказал Шукадеву Госвами, что Парикшит Махарадж через 7 дней собирается вынужден оставить этот мир? Поэтому он нуждается в тебе. Но ему никто не говорил об этом. Тем не менее, Шукадев Госвами по вдохновению Бхагавана, который находится в его сердце, знал все и пришел к Парикшит Махараджу. Еще один важный момент. Бхагаван хочет проповедовать Бхагавата-катху через Шукадева Госвами, именно поэтому он вдохновил его. Шукадев Госвами ни с кем не разговаривал. Как это возможно, что он узнал, что ему нужно идти к Парикшит Махараджу? Он преодолел большое расстояние, прежде чем дошел до места назначения. Когда он пришел, он увидел Парикшит Махараджа, который с твердой решимостью хотел постичь лотосные стопы Бхагавана. Он хотел постичь смысл жизни, поскольку через 7 дней он должен был оставить этот мир. Несмотря на то, что Парикшит Махарадж уже получил даршан Господа, он хотел найти смысл жизни. Поэтому он обратился ко многим мудрецам.
И в конце концов пришел Шукадев Госвами, который начал рассказывать Бхагавата Катху. Итак, чистые преданные делают все, что бы они ни делали, они делают по наставлению Бхагавана, по вдохновению Бхагавана. И даже полубоги не могут понять их настроение, их деяния. Actually, he is not speaking Harikatha. Our Vamsidas Babaji was not speaking Harikatha. Vamsidas Babaji Maharaj не рассказывал Харикатху, он не давал лекций. Or you heard that Gaur Kishore Babaji Maharaj? А слышали ли вы когда-нибудь, чтоб Гаур Кишордас Бабаджи Махарадж давал лекции? Нет, он порой говорил пару предложений, но и Рупа Госвами этого не делал, и Санатан Госвами не давал лекции, Рагунандас Госвами не давал, Гопал Бата Госвами не давал лекций. Поскольку их поведение, пример их жизни и есть Харикатха, и есть проповедь. Bajra, then your heart can crack down by hearing this. How much humbleness, how much submission. Если ваше сердце не каменное, когда вы услышите о том, сколько преданий было у них, вы будете глубоко тронуты. Bhaktisiddhanta Bhaji Maharaj sometime going to at present Bangladesh, sometime going walking. Порой Вамшидас Бабаджи Махарадж посещал Бангладеш, порой еще куда-то ездил. Однажды он пошел в Варанаси, в Каши Вишванатх, получить даршан Вишванатха. Going to make a small bhajan kutir. Там Вамшидас Бабаджи Махарадж построил себе маленький временный бхаджан кутир. And there he is staying. Very nice. With some straw and this that making and doing bhajan inside. Из соломы. And sometimes going under the guidance of Gauranga Mahaprabhu also used to take darshan of Varanasi. Гауранга Махапрабху также посещал Каши Вишванат в Варанаси. В то время, во время Вамшидас Бабаджи Махараджа, было британское правительство. И на берегу Ганги стоял армейский лагерь. Ночью военные увидели какой-то яркий свет. Они были удивлены, что это. Они пошли на свет, и когда они пришли, они увидели, что там абсолютно ничего нет. Свет был издалека, когда они подошли, не было ничего. Finally, it was discovered в конце концов, that Annapurna Ma, они увидели, что... Аннапурна, жена Каши Вишванатха, пришла, чтобы получить даршан Бабаджи Махараджа. Именно поэтому и исходил свет. Он исходил от ее кожи. То же самое было с Гуру Махараджем. Он говорил: «Посмотри, кто там за окном». Но там никого не могло быть, потому что это был четвертый этаж. Таким образом, мы не должны сомневаться, если мы не понимаем поведение вайшнавов. Также не нужно... On
Также не нужно удивляться, почему Вамшидас, почему Вриндаванас Такур угрожает пнуть того, кто не проникся почтением к Нитянанде. Найшанг мати ставадуру краманген спрешатанартапагамо жадарто махиасам падораджевишекам нискинчананам навинито жабат. So long as you are not going to get one dust particle from the lotus feet of a pure. До тех пор, пока вы не умастите свою голову пылью с лотосных стоп чистого преданного, вы не сможете достичь лотосной стопы Бхагавана. Ваш мозг будет осквернен, пока вы не очистите его пылью с лотосных стоп Вайшнава. Как я вчера говорил, пыль с лотосных стоп, вода, омывшая стопы Вайшнава, и остатки пищи Вайшнава обладают невероятным могуществом. Для нас это самое ценное лекарство. Они очищают сердце, наделяют нас силой, чит-балой, для того, чтобы мы прогрессировали. Порой мы оцениваем людей по их социальному положению. Президента мы почитаем одним образом, профессора другим. Но в шастрах сказано, что мы должны почитать людей в соответствии с их уровнем сознания. Невозможно, нельзя почитать человек лишь за то, что он занимает определенное положение в обществе. Кто знает, каким сознанием он обладает? Это знает Бхагаван, но мы не знаем. Таким образом, ценность человеческой жизни, имеется в виду положение человека, зависит от степени его сознания. Если сознание на низком уровне, а денег у него полно, глупо уважать его, глупо выражать ему особое почтение. Как я говорил, это материальная концепция, что старшинству должно быть отдан приоритет. Да, в материальном мире действительно это применимо, тем не менее, в трансцендентном мире это не работает. Там все зависит от того, сколько любви есть у преданного Господу. Именно поэтому тысячи муни и риши, которым более тысячи лет, выразили почтение Шукадеву Госвами, встали, как только появился Шукадев Госвами, несмотря на то, что ему было всего 16 лет. So Vrindavan Das Thakur Mahasaya is going to provide want to provide kick on our head. Таким образом, Вриндаван Дас Такур хочет одарить пинком по голове того, кто не проникся почтением к Нитянанде Прабу, для того, чтобы пробудить в нас сознание. Он это своего рода проповедь. Он хочет помочь нам возвысить наше сознание, умастив нашу голову пылью со своих лотосных стоп. Он понимает, что эти несчастные не могут понять славы Нитянанды, не могут обрести любовь к нему. Поэтому я помогу им пинком по голове. Но обычные люди, слыша это, думают, что Вриндаван Дас Такур не является вайшнавом, потому что вайшнавы, как правило, смиренные и не делают подобного. Поэтому, когда мы слышим, что вайшнав кого-то ругает или критикует,
Мы делаем заключение, что это не вайшнав. Мы думаем, что вайшнавы не должны говорить плохо о других. Тем не менее, Прабхупад объясняет, что ради блага общества мы должны вскрывать нечестивое поведение саньяси или брамачари. Лицемерие отреченных должно быть вынесено на общественное обозрение для того, чтобы защитить интересы гаудия вайшнавизма. То есть это проблема, когда мы не понимаем строгости вайшнава. Но двойная проблема, проблема вдвойне, когда мы не понимаем смирения вайшнава. Когда он выражает невероятное смирение. И мы не в силах понять, почему вайшнав ведет себя таким образом. Как в случае с Кришнадас Кавирадж Госвами. Он пишет в Читанчаритамрите, что я ниже, я хуже, чем Джага и Мадай. Запомните этот стих. Это бриллиант. Это бриллиант. Почему мы не можем обрести дивигьяну? Почему мы, несмотря на то, что слушаем столько харикатхи, и уже знаем столько всего, тем не менее у нас нет стабильности в знании. То есть имеется в виду, что мы слышим и забываем. Все дело в том, что то есть почему у нас нет стабильности в нашем поведении, в следовании правилам, предписаниям. В наших, порой мы, у нас появляются материальные желания. Все это из-за того, что в нашем сердце присутствует кама, вожделение. Кама, вожделение и знание не могут идти рука об руку. Кама и према не могут существовать вместе. Именно поэтому большинство людей просто рассказывают истории, а все думают, что они говорят харикатху. Прежде чем говорить, необходимо обрести осознание. Без осознаний, то есть наша память ограничена. В нашем сердце кама, поэтому мы ничего не запоминаем. Мы не можем запомнить, нам сложно. Таким образом, кама не дает нам стабильности, и знания не задерживаются у нас надолго. Концентрация возвышенных преданных однонаправленно. Когда Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что он хуже, чем Джага и Мадай, и даже ниже, чем червь в испражнениях. Если кто-то произнесет мое имя, он лишится плодов своей благочестивой деятельности. А если кто-то услышит, то также он лишится.
Точнее, тот, кто будет произносить мое имя, навлекет на себя грехи. Пап. Тот, кто слышит, тот лишается сукрити, лишается благочестия. Посмотрите, какое смирение. Для нас это оно вдвойне опасно. То есть это огромное смирение. Такое смирение может выражать лишь тот, кто находится у лотосных стоп Шримати Радхарани. В противном случае это невозможно. А Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, если Нитянанда Прабху — наша единственная опора, если Нитянанда если я лишусь милости Нитянанды, не будет мне прибежища в этом мире. Значение следующее. Без милости Гуру мы будем опускаться ниже и ниже. У нас нет прибежища. Если Гурудев проливает на нас милость, это милость самого Господа. Если Гурудев недоволен мной, если недоволен моими поступками, во всех 14 мирах мне не сыскать прибежища. Я буду скитаться по ним, то падая, то поднимаясь до райских планет. Камана-васана, жжение. Когда у меня ничего не мучает, мне кажется, что весь мир прекрасен. Но как раз вот камана-васана — это то, что заставляет нас чувствовать неудовлетворенность, несчастье, страдания. Дхаято вишана пунгсам сангастейшу пайяяти. Дхаято, if I'm going to meditate on any matter of enjoyment, I need it. Without Когда it, my life is useless. Когда я думаю о каком-то объекте наслаждения, я хочу овладеть им. А без этого и без этого объекта жизнь кажется мне бессмысленной. Допустим, когда юноша влюбляется в девушку, он начинает думать, что я не могу больше жить без нее. У него, может быть, какие-то соперники. Может быть, я знаю такой случай, когда три молодых человека влюбились в одну девушку. И в конце концов, один друг убил другого, а когда третий об этом услышал, он убежал. А одного из них посадили, другого убили, а третий убежал. То есть Майя. Так сильно они влюбились в девушку. Все это происки Майя. Майя может заставить вас совершить самоубийство. На самом деле, настоящее самоубийство — это не развиваться духовно.
So this way, big danger. People not going to get stability, chanchal all the time. So when Vrindavan Das Thakur Mahasaya speaking, когда Вриндаван Дас Такур Махашая говорит, что нам нужно дважды подумать, прежде чем давать какую-то оценку вайшнаву. И очень легко мы можем неправильно понять Кришнадас Кавираджа Госвами. Можем подумать, совершенно нет смысла слушать того, кто говорит о себе подобные вещи, что я хуже, чем червь в испражнениях. Какое благо мы получим, слушая его? Это бесполезно. He has eternal place until lotus feet of Radharani. Но он говорит подобные вещи лишь потому, что он вечно пребывает у лотосных стоп Шримати Радхарани. Итак, если я прасадам, Бхагават прасадам, мы получаем милость Бхагавана по милости Гуру. Но если Гуру недоволен мной, мне не найти прибежище во всех 14 мирах. Нитинанда Прабху настолько милостив, что пролил милость даже на двух непревзойденных грешников. Это ярчайший пример милости. Then Nityananda Prabhu want to, they are all characterless, fallen, so dirty, so dirty. Они были настолько грязные. Тем не менее, Нитянанда освободил их. А они разбили голову Нитянанды. Но почему Нитянанда сделал это? Ради проповеди читания Вани. Почему он сделал это? Потому что он любил Гаурангу. Любыми способами он хотел прославить Гаурангу, хотел проповедовать его славу. Таким образом, он был готов спуститься до любого уровня ради проповеди читания Вани. Гауранга Махапрабху told that if Nityananda going to accept. Гуранга Махапрабху сказал, что если мой Нитянанда примет, начнет жить с мусульманской женщиной, мы не должны плохо думать о нем, потому что все, что бы он ни делал, он делает по побуждению любви ко мне. Что бы он ни делал, ему поклоняется Брахма, Шанкар, даже сам Гауранга. Теперь вам понятно положение гуру? So if you're going to think like a human being, then big problem. Now Nityananda Prabhu, when going to bestow kippa on Jagai Madhai, когда Нитянанда пролил милость на Джагай Мадая, Jagai Madhai, how? Finally, Gauranga Mahaprabhu going to embrace Jagai Madhai. Гауранга Махапрабху в конце концов обнял их. When Gauranga Mahaprabhu going to embrace Jagai Madhai, so can you expect Gauranga Mahaprabhu? What you can expect? That means the fire of Sarup Shakti, entering into Jagai Madhai immediately to burn up all. Когда они получили милость Нитянанды. И Гауранга обнял их, огонь Сварупшакти вошел в их сердца и очистил, сжег их бесчисленные грехи.
И за секунду они очистились, захотели служить. И подобная история произошла с Куштивипрой, который болел лепрой. Он, вся его кожа была поражена язвами, гноем, и исходил от него плохой запах. Тем не менее, его звали Курма Випра. Он хотел встретиться с Махапрабху. Он шел навстречу, но в конце концов узнал, что Махапрабху уже ушел с того места, куда он шел. Он был так расстроен, упал в обморок. Но Махапрабху уже ушел очень далеко. Тем не менее, он пошел назад. Он вернулся. И обнял этого Куштивипру. Его тело очистилось, и он начал плакать. «О, Прабху, зачем ты излечил мою лепру? Для меня это было, для меня она была хороша, то есть я был настолько отвратителен, что никто не подходил ко мне». А теперь у меня появятся материальные желания, посторонние желания. Я буду ждать почтения от людей. Пока все до этого момента все пренебрегали мной, и это было полезно для меня. Мы так не можем размышлять. Позднее мы поговорим об этом в деталях. Но посмотрите, насколько... Какое смирение? Нам необходимо достичь, чтобы достичь этого, необходимо ждать и совершать с терпением баджан, без всякого лицемерия. В противном случае вы не обретете то, зачем вы приходите ко мне. Итак, такое смирение, которое выражает вайшнав, для нас более опасно, даже чем строгость вайшнава, потому что нам очень легко понять его неправильно. Ведь вряд ли кто-то захочет слышать от того, кто ниже, кто считает себя ниже червя в испражнениях. Как правило, люди пренебрегают такими людьми, в то время как это высший вайшнав. I mean, this kind of lila shown by Nityananda is only and only for the preaching of Gauranga. Nityananda wanted to glorify. I can kiss the king. То есть Нитянанда явил всю эту лилу лишь для того, чтобы прославить Гаурангу. When Balaji Maharaj wanted to, Balaji Maharaj, actually Guru Tattva is very complicated. You cannot understand. Гуру Таттва очень сложна, очень глубока. Ее сложно понять. Гуру настолько милостив, что даже такие падшие люди, как Дурьодхан, имеют шанс обрести милость. Баладауджи Махарадж пролил милость даже на Дурьодхану. Тем не менее, Дурьодхан не был готов ее принять. Также и мой гуру Падма хотел дать мне столько милости. Он брал меня гладил меня, очень мягко говорил мне, мой сумасшедший сын. Но я не был готов принять его милость. Гуру вайшнавы склонны давать милость, чтобы
живые существа возвысили свое сознание. Но мы не готовы принять их милость. Наша единственная цель должен быть Хари Бхаджан. Когда вот это и есть подлинное настроение Хари Бхаджана, Кришна Бхаджана. Так, Прабхупад всегда говорит, что я готов спуститься до любого уровня ради проповеди. Он даже говорил, что ради того, чтобы исполнить наставление моего Гурупада Падма, мне придется идти в ад навсегда, я готов. To carry out the order of Vaishnav Guru, Paramahansa Guru, if I need to go to hell forever with due contact, I'm ready to go. That's why yesterday I told. Именно поэтому вчера я сказал. Now ready to do anything what Krishna speaks. That is actual symptom of. Что 18, когда 18 главе Арджуна говорит, что я готов сделать все, чтобы исполнить твои наставления, он проявляет истинные качества ученика. Когда ученик готов исполнить наставления Гуру Пада Падмы, насколько сложными бы они ни были, это и есть подлинный признак ученика. Итак, Бхагаван Шри Кришна дает наставление Удаве остаться в этом мире. Больше нет никого, кого бы я мог оставить как своего представителя в этом мире, поэтому ты обязан остаться здесь. В противном случае, кто будет проповедовать? Так Кришна Бхагаван принял окончательное решение оставить Удаву в этом мире как своего представителя, который будет проповедовать Бхагавата-дхарму. Пару дней назад я рассказывал о том, как Брахма давал наставление Нараджи Махараджу, как Нарада должен проповедовать. А Нараджи дал наставление Вьясадевджи Махараджу. Брахма speaking Идам Бхагаватам Наму Janme Bhagavatoditam. I told you, na? Idam Bhagavatam Namo Janme Bhagavatoditam Sangraho Ayam Vibhutinam Tametat Vipulikuru. You try to expand. I am speaking in gist, but if you... Same thing Mahaprabhu told. To Rupa Goswami Sanatana. Sanatana, when you can see... Нечто подобное сказал Чайтанья Махапрабху Санатане и Рупе Госвами. Когда вы начнете... Я сейчас рассказываю вам вкратце, но когда вы начнете все это записывать, Махапрабху проявит вас более обширное знание этого. Вы сможете расширить то, что я рассказываю сейчас вам вкратце. So Brahma speaking to Narada, Idam Bhagavatam Namo Janme Bhagavatoditam. I received it from Bhagavan directly. Итак, Брахма говорит, я получил напрямую от Бхагавана это знание. And after that Bhagavan speaking, you will have to preach in such a way. Затем Бхагаван говорит, ты должен проповедовать так. Чтобы люди развили бхакти в своих сердцах. Common public are not misguided
Нельзя сбивать с толку людей своей проповедью. Нужно проповедовать так, чтобы в их сердцах появилась бхакти. Бхавишьяти в этом стихе означает развить бхакти с твердой решимостью. Strict instruction of Brahma. You should not preach for other purpose, to get some money, position. Не нужно проповедовать, строго говорит Брахма, ради материальных выгод, ради денег, славы. Если ты будешь делать так, ты будешь наказан и будешь нести это наказание до бесконечности. Но в действительности, если ты сам заблуждаешься, нет проблем. Ты просто делаешь, что это касается только тебя. Но когда ты себя обманываешь и вместе с собой тысячи людей, представьте, какое наказание придется понести за это. Because you are not in line with Guru Bhargava. At the same time, you are going to misguide thousands of people. What kind of punishment is waiting for you? Jatha haro bhagavati ninam bhaktir bhavishvati. With this determination, iti sankalpo varnai. With this determination, you'll have to preach. So that they can get bhakti. I mean to deliver. There is an instruction of Bhagavan. So Bhagavan Sri Krishna speaking to Uddhava. You can think. You can Bhagavan Sri Krishna говорит Удаве. You are not right personality. Ты можешь думать о себе как не о подходящей, а недостойной личности. Но я знаю, что даже в раю не сыскать подобных тебе мудрецов. Поэтому ты должен остаться здесь. Парамахамса может извлечь бесчисленное количество уроков из того, что его окружает. Он от каждого из нас может чему-то научиться. Как пчелы, которые собирают нектар, так же и Парамахамса собирает мудрость, знания. Даже в материальной науке они могут материальные знания они применяют, то есть извлекают из него пользу для трансцендентного знания. Give you lot of flower I can give. And if I ask out of this flower. Но если я дам вам тысячи цветков, тонны цветов, вы сможете извлечь из них мед? How? Why cannot give? You can make one big grinder. You can paste all honey. Какие бы приспособления у вас, какие бы приспособления вы не пробовали для этого, у вас ничего не получится. You can make a paste and give me honey. Is possible for you? Because honeybees can collect honey. Только пчелы могут собирать мед.
А обычные люди не способны на это. Итак, мед мы можем получить только от пчел. Нет другого способа. Similarly, you are bound to depend upon pure Guru Vaishnava, those who are honeybees. Точно так же мы зависим от чистых преданных, от гуру и вайшнавов, которые подобны пчелам. So this way, Bhagavan Sri Krishna now going to speak to Uddhava. Итак, Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве. I can speak some topics about Jadu Maharaj and some Avadhut. Я расскажу тебе о Яду Махарадже и одном Авадхуте. Почему Кришна выражает столько почтения Яду Махараджу? И почему он явился в династии Яду? Какова причина этому? Ядувар, Ядав — все это имена Кришны. Ядавендра — одно из имен Кришны. Причина заключается в том, что Яду Махарадж обладал несравненной преданностью лотосным стопам Господа. Отца Яду звали Яяти. Он находился под влиянием Майи. Несмотря на то, что был хорошим. Jadu is enjoying full honor. And Jayati is not bad man. He's a nice man. Is king, but anyway, он был царем. He was bound to marry one Brahmin girl. В конце концов, он женился, то есть он женился на девушке из брахманического сословия. Это запрещено, потому что кшатри не должен жениться ни на ком, помимо девушки из своей касты. Потому что иначе это подвергнет разрушению варнашрама дхарму. На Харикатхе по Бхагавад-гите я рассказывал очень много о варнашрама дхарме, о том, как осквернено нынешнее общество. Сейчас шудры женятся с браманами и так далее. То есть она, варнашрама дхарма, полностью осквернена. В ее первоначальном виде ее не сыскать. Но в действительности, когда прекращают следовать варнашрама дхарме, в обществе начинаются большие проблемы. Это очень опасное положение. И мы видим, что происходит в наши дни. To take some advantage, undue advantage, so that they can be known as devotee. They can marry somebody. Некоторые сейчас пользуются преимуществами, то есть ставят себе тилаку и носят четки в руках, кантималы, выдавая себя преданными и для того, чтобы пользоваться благами положения преданного. Но это не преданность. So, Shutadev Goswami, why we say? Why you say Shuto? Shuto mean there Shutadev Goswami is speaking Bilomo Jataha. Bilomo Jataha mean mother was Vaishya
Maybe Madhuras Vaishya, Madhuras Khatriya, or maybe Madhuras this and Madhuras below contamination. That's why Sutta Goswami it is written, Vayam Bilomo Yataha. That is the reason. There should be pure flow is now broken, totally break down. And common people, they cannot understand. What is the scientific ground behind it? They can express doubt, they can become angry. They don't know. Why Dronacharya was bound to take the right hand thumb of Ekalabhya? Whole world criticizing. Useless. Весь мир критикует Дроначарью за то, что он попросил, как Дакшину, палец правый палец, правый большой палец Экалабья. They have no idea. But they don't know Ekalabhya was very low caste. Но суть в том, что Экалабья был из низкой касты. И он без благословения Дроначарьи овладел знанием, которое не положено было ему. Если шудра, падшая душа, шудре, какой-то падшей душе, не позволено поклоняться на алтаре божеству. На настоящий момент все смешано. В матхах говорят, что некому, поэтому этим может заниматься кто угодно. Но Парампаджи Пашидар Госвами Махарадж говорил, что нельзя позволять заходить всем, кому угодно, на кухню божеств и в алтарную. Я был врагом каждого в матхе, потому что я был очень строг. Я не позволял брамачари разговаривать с женщинами. Однажды одна преданная не шла назад, не возвращалась в матх. Уже было 9 часов. Но я предупреждал, что вы не должны приходить после 9. И однажды одна преданная пришла после 9, а я не открывал ей. Она плакала. Но потом, в конце концов, я ее пустил и отругал. Потому что необходимо следовать правилам. Также я не позволял, кому попало, заходить на кухню. Поэтому меня не любили. Необходимо следовать правилам предписаниям, потому что вы пришли, чтобы обрести бхакти. И люди не понимают. Экалабья обучился стрелять. То есть Экалабью бы все равно никто ему не позволили, ему незачем овладевать таким высоким искусством стрельбы. Обыкновенное знание стрельбы ему позволено, но такое знание не было положено ему. То есть мы должны жить в соответствии со своим уровнем. Если мы нарушаем правила для нашей категории, это принесет много проблем. Поэтому это строго запрещено. Итак, Дроначарья пообещал Арджуне. Он сказал: «Ты мой лучший ученик». Но
когда Арджуна увидел, что Экалавья, выходец из шудрийской касты, овладел тончайшим искусством стрельбы, он сказал об этом Дроначарье, и Дроначарье узнал, что он научился этому, потому что он упражнялся сам, он просто поставил перед собой мишень. Здесь заключен важный урок. Если вы сконцентрируете свой ум, то есть ум обладает невероятной силой. Если вы сконцентрируетесь, если вы научитесь им управлять, вы сможете постичь очень многое. So even in martial art, this kind of technique is available. So when going to some, были случаи, когда люди, достигнув определенной сноровки, чувствовали, как кто-то, как враг, подходит со спины. Так как Калавья упражнялся на статуе. А наш Прабхупад принял саньясу перед фотографией Гору Кишордас Бабджи Махараджа. Но в случае Прабхупады это был позитивный процесс, а в случае Экалавьи — негативный, потому что он нарушил тем самым правила и предписания Варнашрама Дхармы. Мы должны действовать в соответствии с нашими положением, с нашими самскарами. And not approved. That's why Dronacharya could realize that this can be a great problem in future. So he wanted to speak that you. Dronacharya понимал, что в будущем Экалавья может принести много проблем обществу, потому что он недостоин обладать таким знанием. Именно поэтому, когда Экалавья спросил о том, какую дакшину я могу принести тебе, он сказал, мне нужен твой большой палец, потому что с ним в действительности невозможно было продолжать стрелять. Итак, Парамахамса может извлекать уроки из всего, что его окружает. Итак, Яду Махарадж был очень предан Кришне, а отец хотел наслаждаться, и поэтому он женился. Jodhu was not ready. If Jodhu going to get the old age of father in exchange of his young age, он захотел поменяться с Яду со своим сыном возрастом. Он хотел забрать юность своего сына, но Яду не согласился на это. Он подумал, что если отец сейчас обретет молодость, то он начнет вновь наслаждаться, а я, став старым, не смогу служить Бхагавану. Поэтому Яду не исполнил желание своего отца, потому что это желание было материальным. А Яду был предан Господу, ему было совершенно неинтересно желание материального отца. Ведь это не было связано с преданным служением. Ведь они не были связаны с преданным служением. Таким образом, в Бхагаватам Яду Махараджа выражается первостепенное почтение. Jodhu Maharaj was going to some place. Когда Яду Махарадж увидел на земле
прекрасного Парамахамсу, обнаженного, от него исходило сияние. Яду Махарадж невольно остановился. Ему было очень больно видеть такого красивого юношу, такого сильного и такого возвышенного, бездельно лежащего на земле. Jadu in Bhagavatam here, Bhagavan Sri Krishna giving title to Jadu, Amito Teyaha. Amito Teyaha, Aparimito, you cannot measure how much powerful, Aparimito man, which cannot be measured. Jadu is how powerful, you cannot, what do you mean? What do you mean by this word? Amito Teyaha. Amito man, Амитатеха. То, что за пределами нашего понимания. Здесь содержится два значения, но в конце концов оно приходит к одному. Но с внешней точки зрения. То есть Яду очень могущественный, он может победить кого угодно. Таково значение. А второе значение из-за своей преданности, несравненной преданности, он взрастил эту силу. Daughter, you know, maybe son. So I can ask them. You cannot control your son. Если мы спросим, you cannot. Son is not going to obey you. Какого-то семьянина. Может ли он контролировать свою семью? Слушаются ли его дети? Слушается ли жена? Может быть, с внешней точки зрения это так, но на самом деле он не может ими управлять. You cannot. What I mean to say, you cannot get control over your. То есть я пытаюсь сказать, что мы не можем контролировать даже своих собственных детей, членов своей семьи. Дочь ведет себя так, сын так, как они хотят. You should think repeatedly that how it was possible. Но задумайтесь, как Амбариша Махарадж управлял целым миром. Он контролировал целый мир. Задайтесь этим вопросом. Притху Махарадж также управлял всей землей. Парикшит Махарадж. Откуда они черпали такую силу? Because of their devotion. Благодаря их преданности у них была такая сила. Потому что бхакти — это шакти. If Bhagavan going to obey you, I already told the definition of bhakti. I already told today I have no time. Я уже объясняла определение бхакти, сегодня на это нет времени. Бхакти притягивает Бхагавана, пленяет его. Service, you can control Bhagavan. Why you cannot control, get control over whole world? Если, так даже если при помощи преданности можно контролировать самого Господа, почему, то есть управлять миром не так уж и сложно? All Bhagavan. If you want to find out the case ending, you know case ending. Are English grammar case ending, Bhakaran case ending. Why? What for? Who? Done by whom? Why? Which way? All this. All ultimately I can show you is Krishna. Tomorrow I can discuss this point today. Завтра мы поговорим. Very interesting.
об этом. Очень интересно, можно всю жизнь так сидеть и говорить на эти темы, обсуждать Бхагаватам. Такой нектар. Only this Uddhava Sangbhat, whole year. Only this Uddhava Sangbhat, I can discuss whole year. Один лишь Удав Самват можно целый год обсуждать, целый год говорить о нем. Настолько глубокая философия.